с Байкешкой тут разговорились, он, ну, налили ему тоже коньячку. Уходили с пляжа, он нам кричит: пока, до свидания, до лета. А мы с Аней идем и говорим: ну, наверное, не до лета, а до весны. Вот. Если все будет нормально, машина нас не подведет, то, наверное, может, приедем 8, может быть, марта. Ну, загадывать не будем. Год впереди высокосный. Неизвестно, что там да как. Как жизнь сложится, да? Вот. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах на завтра. Вот поэтому. Ну, как получится, так получится. Ну, хорошо, воздух свежий. Еловый такой. От ели. В темноте хватит света ночного, губы ответ найдут, знаю я. Обратно приплывут корабли, уходят на закат. Дай руки твои. Корабли уходят, чтоб вернуться. Сейчас разгорится и будем готовить шашлык. 31 декабря 2019 года. Всех с наступающим! Или вернее, когда вы будете смотреть уже с наступившим. Слов нет. Классно. Еще 3 палочки Аня принесла. Сейчас дожарим и пойдем старый год провожать. Провожаем старый год. Вспоминаем его, как говорится, какие события были в нашей жизни. Ну, не буду их перечислять. Это как бы очень личное. Сколько? 7 часов. 7 часов. Последние секунды, минуты уходящего года готовимся открыть шампанское. С Новым годом, ребята! С Новым годом! С Новым годом, ребята! С новым 2020 годом! С Новым годом, ребята! Всех близких и родных поздравляем с 2020 годом! С берегов Иссык-Куля, с города Чолпан-Аты! Желаем всем вам всего самого-самого прекрасного, чтобы все у вас было хорошо, здоровья, удачи, успехов в работе, в труде! С Новым годом! С Новым годом! Встретили 2020 год, да? Да. Ну, пока подводить итоги рано, посмотрим под
потом видно будет, оценим встречу этого Нового года и сделаем какие-то выводы, да, наверное. Вот, с Новым годом, ребята, да. Этот год будет очень интересно, много родиться. Да. Мы его все ждем. Да. Вот, и вообще он будет очень интересным, я так думаю. И может быть даже не совсем простым, высокосный же ведь будет. Но поживем, увидим. С Новым годом!